Дамы и господа, слово предоставляется директору цирка «Радуга», народному артисту России Виктору Павловичу Кудрявцеву. Добрый день. Во-первых, с праздником вас, с праздником России. Я поздравляю вас всех. Во-вторых, я поздравляю наших друзей, потому что мы все друзья, все, кто пришли сегодня на наше представление. Потому что, когда в зале находятся друзья, мы, естественно, волнуемся. Я волнуюсь как артист, к сожалению, я волнуюсь как директор, потому что мне хочется, чтобы вам это представление понравилось. Я даже не сомневаюсь, что понравится вам, потому что перед вами будут выступать настоящие мастера российского цирка. А программу будет вести Алексей Мартынов. Российская государственная цирковая компания и цирк «Радуга» представляют большое цирковое шоу при участии ведущих мастеров российского цирка.